Итак, вопрос. Почему дети просят своих родителей, курящих, отказаться от курения? На что родители отвечают, что, ну, наверное, они беспокоятся о моем здоровье. Вот, на что я им отвечаю. Ребенок в свои там 5-6 лет, он еще не знает, что курить это вредно. Ему никто про это не говорил. У него нет информации просто на эту тему. Тогда почему же дети просят своих родителей бросить курить? А ответ очень простой. Дело в том, что когда мама или папа подходит к ребенку, чтобы его поцеловать, ребенок чувствует вот этот тяжелый запах, который идет изо рта у своих близких. Вот. И поэтому он чувствует, вот ему неприятно. С одной стороны, он как понимает, что это мама или папа, что он любит, да, своих родителей. Но вот этот вот любимый человек, который подходит, да, то есть у него изо рта идет неприятный запах. Ребенку очень неприятно. Вот. И поэтому, естественно, он и говорит своим родителям, чтобы они отказались от этого, а не потому, что он думает или он как-то заботится о здоровье. То же самое касается и близких людей. Например, люди, которые любят друг друга, например, молодой человек курит и идет поцеловать свою девушку, вот, и девушка испытывает вот этот вот неприятный запах. То есть запах здесь играет ведущую роль. Кроме того, что это просто неприятно, вот, он еще действует на подсознание. Возникает у человека внутри вот такие два чувства. С одной стороны, это любовь к близкому человеку, с другой стороны, отвращение вот к этому запаху. Поэтому, дорогие родители, подумайте об этом, да, какие эмоции вы вызываете у своих детей. Вот если вы еще курите, нужно срочно бросить эту вредную привычку.